Металлоискатель Minelab GoFind 11 – самый компактный, доступный и бюджетный металлоискатель от компании Minelab. Это младшая модель из линейки GoFind. Подойдет для взрослых и детей. Отличный вариант для тех, кто хочет попробовать себя в приборном поиске. Компактный и ультралегкий. Длина в сложном состоянии всего 55 см. Minelab GoFind 11 имеет телескопическую конструкцию, что позволяет вам моментально приступить к поиску. Для этого необходимо ослабить зажимы, выдвинуть штангу и зафиксировать ее зажимом, откинуть блок управления и отрегулировать подлокотник. Minelab GoFind 11 работает на частоте 7,8 кГц. Комплектуется 8-дюймовой катушкой, работает на 4-пальчиковых батарейках типа 2А. Возможно использовать аккумуляторы такого же типа. Батарейный отсек находится в рукояти блока управления. Рассмотрим элементы управления и дисплей. Слева на блоке управления находится разъем под наушники и кнопка включения. На лицевой панели находятся кнопки регулировки чувствительности, кнопки регулировки громкости, кнопка выбора режима поиска и дисплей. Металлоискатель Minelab GoFind 11 имеет 4 сегмента дискриминации и 1 тон озвучки. При обнаружении цели мы слышим звуковой сигнал, а на дисплее начинает мигать один из сегментов дискриминации. На самих сегментах есть подсказка для вас – схематическое изображение целей, которые попадают в данные сегменты. Таким образом, мы понимаем примерно, какая цель находится у нас под катушкой. В первый сегмент попадают все цели из черных металлов, железные. Во второй сегмент попадают небольшие цели с низкой электропроводностью, например, фольга, алюминий и золото. В третий сегмент попадают небольшие цели из цветных металлов с высокой электропроводностью, например, ювелирные изделия из серебра. В четвертый сегмент попадают крупные цели из цветных металлов с высокой электропроводностью, например, медь и крупные серебряные монеты. На дисплее слева мы видим установленный уровень чувствительности. Чем выше чувствительность, тем больше глубина обнаружения металлоискателя. Всегда выбирайте самый высокий уровень чувствительности, при котором металлоискатель работает стабильно. В некоторых условиях при максимальной чувствительности появляются ложные сигналы от грунта. При возникновении подобной ситуации чуть снизьте чувствительность, и они пропадут. Рядом мы видим уровень заряда батареи, а правее находится установленный уровень громкости. Режимы поиска. Minelab GoFind 11 имеет два режима поиска. Режим «Все металлы» подходит для поиска всех целей из черного и цветного металла, озвучиваться будут все цели. Режим «Ювелирные украшения». Маска дискриминации для этого режима отсекает все цели из черного металла и не озвучивает их. Правила эффективного поиска. Для эффективного поиска старайтесь держать катушку как можно ближе к земле. Старайтесь делать проводку так, чтобы каждый следующий мах перекрывал наполовину предыдущий. Очень рекомендуем по возможности вести поиск в режиме «Все металлы», то есть полностью открытой маской дискриминации. Так у вас меньше шансов пропустить интересные находки. Для определения центра цели проведите катушкой несколько раз над целью. Металлоискатель издаст звуковой сигнал, когда цель будет находиться ровно по центру катушки. Развернитесь на 90 градусов и повторите проводку. На перекрестии двух прямых будет находиться центр цели.